В этом выпуске будет три новости, касающиеся чемпионата Испании по футболу одной строкой. Крайний защитник Барселоны Алиш Видаль получил достаточно серьезную травму в матче 22-го тура Ла Лиги против Алавеса. Под занавес встречи на 85-й минуте правый защитник Барсы получил травму, когда левый оборонец Алавеса Тео жестко пошел на стык, после чего Алиш резко упал на газон и схватился за голеностоп. Покидал он поле на носилках. Первоначально предполагалось, что у футболиста может быть перелом, однако медицинское обследование показало, что у Видаля тяжелое растяжение голеностопа. Защитник избежал перелома, но вынужден пропустить не менее 5 месяцев. Этот сезон для него завершен. Когда Алиш покидал пределы поля, каталонцы остались в десятером, ведь к тому моменту все замены у команды Луиса Энрике были использованы. А в другом матче испанского чемпионата крайний защитник Осасуны Тана Банин сломал ногу в поединке с Реалом. На 12-й минуте поединка Иска пытался отобрать мяч у Банина, пошел в жесткий стык с игроком соперника. Как в итоге 26-летний доминиканец моментально упал на газон, стараясь как можно быстрее позвать медиков для оказания помощи. Осасуна в том поединке проиграл 1-3. В турнирной таблице Ла Лиги она последняя. И завершим выпуск на позитиве. Новость будет интересна для поклонников клуба Реал и Серхио Рамоса. Игра против Осасуны для капитана мадридского Реала Серхио Рамоса стала юбилейной 500-й футболки сливочных. Сейчас Рамос занимает 12-е место по количеству матчей, проведенных за королевский клуб. Абсолютным рекордсменом клуба является легендарный Рауль – 741 матч. Рекомендую также посмотреть выпуск под названием «Севилья просит ввести санкции против Рамоса». А если этот выпуск вам понравился, был полезен и интересен, ставьте класс под видео, комментируйте и обязательно подписывайтесь на канал, это бесплатно.